Alexa.
имеющий невесту есть жених, и стала царица одесную тебя. Слава вечному Богу! Я прошу всех присутствующих в зале присесть. И перед совершением служения бракосочетания есть ряд обязательных условий. Слово Божие говорит только в Господе. Брат Григорий и сестра Марина являются членами церкви. Слава вечному Богу! И согласие родителей. Мама сестры Марины, сестра Лена, вы благословляете этот брак? Слава Богу! Слава Богу! Теперь вопрос родителям жениха. Брат Даниил и сестра Люба, вы благословляете этот брак? Слава Господу! Теперь мы обращаемся к невесте. Сестра Марина, по каким мотивам ты вступаешь в брак с братом Григорием? По любви. Брат Григорий, по каким мотивам ты берешь? По любви. Вы знаете, что основанием христианского брака это есть любовь. Это есть любовь. И любовь это есть сердечная привязанность, чувство нежности. Сердечная привязанность, что-то внутри. И чувство нежности. Поэтому да благословит Бог. И когда мы читаем Священное Писание, Иаков 7 лет, которые он служил за Рахиль, написано, показались как несколько дней. И причина этому написана потому, что он любил ее. Поэтому да благословит Бог, чтобы это основание, любовь, она была в сердцах ихних, через всю ихнюю жизнь. И когда мы читаем Священное Писание, на третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики Его на брак. И мы сейчас пред молитвой выслушаем пение хора «Христос, ты в Кане Галилейской». Владыка вечный, Бог Отец Небесный, в этот особенный час, Господи, служения нашего под лицем Твоим, в этот день бракосочетания, Господь, я благодарю и славлю Тебя за брата Григория, за сестру Марину, Господь, вечный Бог, что от ней по милости Твоей есть хранимый Тобою, познавший Тебя, Господь. И в этот ответственный момент в их жизни, Господь, бракосочетание, мы призываем Тебя, Спасителя Бога нашего, Боже вечный, пребывая на этом месте, Господь, благослови весь ход бракосочетания, Господь, и особенно моля лице Твое Святое, благослови их сердца, Господь, дабы воистину, Господь, Боже вечный, Ты, Господи, это совершил во имя Твою, во славу Твою, и для устройства, Господь, этой новой христианской семье, во имя Твою, во славу Твою, Спасителя Бога нашего, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Присаживаемся. Когда мы читаем книгу Библия, это первая глава с 27 стиха, Слово Божие говорит так.
И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им: Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. Слава вечному Богу, что Бог от начала нам Священное Писание открывает, как Бог первую пару, которую Он создал на этой земле, никого не было еще на земле, были Адам и Ева. И Слово Божие говорит: и благословил их Бог. То есть сочетание первой пары произвел на этой земле Бог. И поэтому и в этом служении, служение бракосочетания, мы, как служителя, даем наставление, родители, церковь подвизаются в молитве, жених и невеста просят, чтобы Господь благословил. Но мы понимаем одно – сочитывает всемогущий и вечный Бог. Слава Ему! И поэтому, когда Священное Писание говорит, когда Бог благословил первую пару, и увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. Итак, когда мы смотрим на бракосочетание, Священное Писание нам открывает истину, что то, что Бог создал, было видимо для глаз в тот момент живущих на земле Адама и Евы, и прообразно на протяжении тысяч лет живущим на земле, это указывает на тот момент, который вскоре совершится. Когда мы читаем Откровение, 19 глава, 7 и 9 стих, Слово Божие говорит так: «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя, и дано было ей облечься, весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых». Вы знаете, когда мы смотрим на невесту, то она особенная среди нас. Убранство ее говорит, что среди всех, находящихся в зале, она особенная, потому что она есть невеста. И она к этому дню особенно приготовлялась. И здесь Священное Писание указывает нам, что невеста Иисуса Христа, Церковь Господня, это мы с вами, мы приготавливаемся к тому величайшему событию, которое вскоре произойдет. Это брак Агнца Иисуса Христа и невесты. И поэтому Священное Писание говорит так: «Весон же есть праведность святых». И когда мы видим одеяние невесты, оно чисто белое, так и должно наше одеяние указывать на то, что есть праведность, это есть то, к чему стремится народ Божий, Церковь Божья, чтобы встретить жениха нашего Иисуса Христа. Да благословит нас Бог! Итак, когда мы читаем Священное Писание, то брачный союз – это свято. И сочитывает не человек, но сочитывает Бог. И поэтому никто не вправе нарушить или словом, или делом брачный союз. Потому что Бог сочетал, и всякое разрушительное действие или советом, или делом – это есть вина не против человека, но вина против Бога. И Священное Писание говорит так: «И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». И вы знаете, когда Бог сочитывает две разные личности, жили в разных странах, здесь они есть, на этом месте, среди народа Божьего, и Бог что-то особенное делает. Когда Бог сочитывает две личности, Он дает им одно сердце и один путь. Слава вечному Богу! Что когда Бог сочитывает одно сердце и один путь, и этот путь, который предусмотрел Бог, и он есть благословенный Богом. Итак, христианская семья строится на высших критериях. Священное Писание говорит так: эталон – это есть Христос и Церковь. И поэтому да благословит Бог молодых наших и каждого из нас, кто есть в этом зале, поразмыслить о том, как устрояется наша жизнь. Потому что у нас есть Священное Писание, это есть эталон – Христос и Церковь. Итак, Христос возлюбил Церковь, написано, жертвенной любовью. И поэтому, я думаю, и брат Григорий, понимая, осознавая все то, что в жизни, может быть, придется встретить на пути, но самое главное одно – понимать, что любить – это есть что?
это есть жертвовать. И благослови тебя Бог. Потому что там, где есть любовь, там есть устройство. И может быть и в трудностях, переживаниях, но любовь, она покрывает все. Она соединяет сердца. Она дает возможность вместе предстоять пред вечным Богом, молиться, и Бог по милости своей благословляет, сохраняет и дарует победу. У вас было детство, была юность, вы сейчас имеете особенный статус, вы сейчас жених и невеста, и после служения мы объявим вас как уже мужа и жены, муж и жена. И на каждом этапе жизни есть определенные обязанности. Поэтому да благословит вас Бог. И будут в вашей семье детки, вы будете уже отцом и матерью. И на всех этих этапах есть определенные обязанности. Но вместе с тем, это есть особенные, благословенные Господом этапы. И поэтому да благословит вас Бог, чтобы самое главное, мы читаем, все у вас да будет с любовью. Итак, мы выслушаем слово, пение «Нехорошо быть человеку одному». К сестре Марине. Священное Писание говорит так. Добродетельность жена – венец для мужа своего. Добродетельность – это высоконравственность, это внутренние духовные качества. Поэтому у меня такое пожелание, чтобы ты действительно была добродетельной женой, чтобы ты была венцовой для мужа своего. Это венец – это есть награда. И когда мы читаем притчи, здесь, в 31 главе, Священное Писание открывает нас, в чем сущность добродетельности. «Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугу». Вы знаете, что я думаю, что в этот день Григорий стал особенно богат. Он нашел добродетельную жену. Потому что Священное Писание говорит, «Дом, имение и наследство от родителей, а разумная жена от кого? От Господа». И я знаю брата Гришу на протяжении многих лет, и я вам скажу, что очень примерный, благословенный брат. И поэтому он нуждался пред Господом, и я верю, что Господь послал ему добродетельную жену. И дальше говорит так, уверено в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Она воздает ему добром, а не злом во все дни жизни своей. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. И далее, крепость и красота одежды ее, и весело смотрит она в будущее. Уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке ее. Она наблюдает за хозяйством в доме своем, и не ест хлеба праздности. Встают дети и ублажают ее, муж и хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна
хвалы. И поэтому да благословит тебя Бог, сестра Марина, чтобы ты была добродетельной женой. А самое главное, весь корень всей этой добродетельности – это есть жена, боящаяся Господа. Написано, что мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками. Поэтому да благословит Бог, чтобы Бог так определил, что устройство в доме в большей степени зависит от жены. И поэтому дай тебе Бог мудрости, чтобы ты действительно устроила дом свой. И самое главное правило – не будь прав, но будь мудр. Благослови тебя Бог. Бывает за правоту, все правы, и вы знаете, нет устройства. Бывает даже до разводов доходит. И, казалось бы, одна сторона, и вторая сторона, и все правы. Но когда мудрый, возлюбленный Господом, там есть и в трудностях мир, устройство и благословение. Поэтому возьми за правило, не важно быть правым, но важно быть мудрым, особенно в устройстве дома. И дальше говорится, жены, повинуйте своим мужьям, как Господу. И дальше написано, когда мы читаем, сокращая время, жены, повинуйтесь своим мужьям, и написано, во всем. Бывают даже мудрые жены, и слава Богу, когда есть в семьях мудрые жены. Даже бывает так, что они чем-то превосходят даже мужей своих. Но как важно, мудрая жена как поступит? Она всегда даст мудрый совет. Она даст мудрый совет, потому что написано «усоветующаяся что?» «Усоветующаяся мудрость». И она даст совет, но обязательно решением того или другого вопроса она ставит за мужем. И я верю, я знаю, что действительно, когда она будет мудро поступать, муж всегда примет этот совет и не будет никаких разногласий, но будет благоразумно все построено и благословено Богом. Вы знаете, что Аристотель сказал, мудрость – это самая точная из наук. Мудрость – это и самая точная из наук. Поэтому да благословит Бог, чтобы эта мудрость, эта самая точная из наук, она была в вашем сердце, и чтобы она руководила вашими чувствами и вашими желаниями. Мудрый ли кто и разумный из вас, докажи это на самом деле добрым поведением и мудрой кротостью. И самое главное, что начало мудрости, Слово Божие говорит, это есть что? Это есть страх Господень. Там, где есть страх Господень, там есть благословение, устройство. Также, брат Григорий, обращаюсь к тебе. Священное Писание говорит так. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Вы знаете, высокая планка для мужей. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь». Вы знаете, что Христос возлюбил церковь жертвенной любовью. Поэтому да благословит тебя Бог, брат Григорий, именно эту жертвенную любовь, которую Христос явил каждому из нас, являть своей жене. И будет устройство, и будет благословение. И также написано, также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствий в молитвах. И вот благоразумно общаться. Благоразумие – это есть рассудительность и обдумчивость в поступках. Как часто бывает сказано или сделано, а потом уже есть сожаление. Но благоразумие – это вовремя поступить рассудительно и обдумчиво во всяком поступке. И написано, оказывая честь – это есть достойное уважение. И вы знаете, для себя я так беру, и для каждого из вас советую, и для брата Григория, и для каждого из нас, особенно священников в домах наших, когда нам жены что-то говорят, пусть работают у нас три правила. Сначала узнай, затем осмысли, и только потом став свое мнение. Как часто бывает, еще не сказано до конца женой то или другое предложение, как уже есть решение и есть свое мнение. Но когда мы работаем по этому правилу, у нас не будет осечек в жизни нашей, у нас будет мир и устройство. Сначала узнай, затем осмысли, и только потом став свое мнение. Да благословит вас Бог. И также я хочу обратиться к родителям. Брат Даниил, сестра Люба, я понимаю, что Григорий вам сын. А кто вам будет сестра Марина? Доченька, вы принимаете ее. Слава Богу. Сестра Лена, обращение к вам. Я понимаю, что Марина – это ваша дочь.
Она будет здесь жить, вы будете жить в России. Тяжело. Я понимаю это все. Но вместе с тем, брат Григорий, кто для вас будет? Сын, вымещаете. Вымещаете, что это есть ваши родители. Брат Гриша, сестру Лену, как маму. Сестра Марина, как родителей Гриши, как своих родителей. Слава вечному Богу. Присаживайтесь, пожалуйста. Я говорю, я брата Гришу знаю еще, когда он маленьким был, вырастал, он был в послушании и в церкви, это особенная личность была в церкви. Благослови Бог, братья молодые, чтобы такие были, и будь благословение Божье на вас, на всей вашей жизни. Они были, я так думаю, повиновение было дома, но вместе с тем повиноваться – это подчиняться приказам и беспрекословно слушаться. И вы знаете, когда есть такие дети в доме, это есть благословение для родителей, особенное благословение. Но вместе с тем пришел тот этап в жизни брата Гриши, когда Священное Писание говорит так: «Оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». И так он должен что сделать? Именно в сегодняшний день он оставляет вас, он оставляет ваш дом. И если он раньше полностью был в вашем повиновении, это было благословение в вашем доме. Но именно с сегодняшнего дня он является священником в своем доме. И поэтому уже больше вы не можете требовать ему подчиняться приказам и беспрекословно слушаться ваших указаний. Вы можете только быть кем? Советчиками. Мы сейчас немножко коснемся этого вопроса. То есть Священное Писание говорит здесь в повелительной форме: оставить человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. И это есть повелительная форма глагола. Это есть Божье слово и Божье определение. И бывает так, что женился, но не оставил родителей. И вы знаете, семьи бывают очень часто на грани разрушения. А причина в том, что Божье определение в повелительной форме глагола, которое говорит Священное Писание, оно не было выполнено. И поэтому да благословит Бог тебя, брат Гриша, принять это четкое и определенное решение. Ты являешься священником в твоем доме. И все зависит от тебя. Да благословит Бог тебя. Но, когда мы читаем Священное Писание, написано: «Почитай отца твоего и мать». Это есть первая заповедь с обетованием: «Да будет тебе благо, и будешь долголетним на земле». Почитать — это относиться с глубоким уважением и любовью. И вы знаете, почитание родителей должно быть в вашей жизни на всю вашу жизнь. Может, они вы состарятся, будь немощны во плоти, но пусть почитание ваше будет к ним во все дни вашей жизни. Потому что Священное Писание говорит так: «Да будет тебе благо». Если вы желаете, чтобы благо было в вашей семье и было долголетие ваших дней жизни, вы должны почитать ваших родителей. И я еще подчеркну, почитать – это относиться с глубоким уважением и любовью. Поэтому да благословит вас Бог. Также я хотел обратиться к матерям. Вы знаете, такое краткое пожелание. Все мы прекрасно понимаем, знаем Священное Писание. И когда мы читаем о Наимине, это у нее была Руф Моавитянка, и, казалось бы, с другого народа, но вместе с тем, даже умер уже ее сын, оставалась только Руф, но она расположила сердце своей невестки к себе, что она сказала так: «Куда ты пойдешь, туда я пойду. И где ты будешь жить, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и Бог твой будет моим Богом». Поэтому особенно они будут жить здесь. Сестра Люба, прими во внимание. Может быть, даже что-то не так ты увидишь в поведениях или в словах сестры Марины. Благослови тебя Бог в том, чтобы как эта Наиминь, она послужила благословением для всего народа израильского. Потому что Руф Моавитянка, она сказала: «Я буду идти за тобою, куда ты пойдешь. Твой народ будет моим народом, и Бог твой будет моим Богом». Благослови тебя Бог, мудрое сердце тебе дай, чтобы действительно... Может быть, да, что-то не так будет сказано или сделано, но общаясь с тобою, она глубже познавала милость и пути Божьи. Да благослови Бог. И мы читаем, что впоследствии Руф была благословением для народа израильского. Она была прабабушкой
Давида и вошла в родословную Иисуса Христа. И так написано усоветующаяся мудрость. И брат Даниил, возьми для себя во внимание, и для каждого из нас, братья, возьмем во внимание Священное Писание, когда Иофор, священник Мадиамский, это тесть Моисея, он пришел был к Моисею. И возьмем за правило. Прежде всего написано, радовался о всех благодеяниях и благословил имя Господа. Когда мы приходим в дом к детям нашим, вы будете приходить к ним в дом, что вы будете прежде всего видеть? Бывает так, что видят все негативное и начинают укорять или высказывать, или советовать. Это ошибка, глубокая ошибка, и не достигает цели ваш совет. Но когда прежде всего написано «радовался о всех благодеяниях и благословил имя Господа», увидьте прежде всего все хорошее, благословите их именем Господним. А потом, если что-то даже не так, он сказал, дам тебе совет, нехорошо ты это делаешь, и так послушай слов моих, и я дам тебе совет, и Бог будет с тобою. И вы знаете, таким образом Моисей принял этот совет, это было благословением и для Моисея, и для всего народа израильского. Поэтому да благословит Бог всех нас, когда мы бываем, особенно в домах детей наших, поступать мудро и благоразумием, чтобы наши визиты, они были благословением для наших детей. Итак, мы выслушаем сейчас псалом «Праздник юности, благослови Бог». Сейчас особенный день, праздник юности, свадебный час, слава вечному Богу. Но впереди жизнь. И поэтому, прежде чем совершить эту молитву пред лицем Божьим, когда будут родители, вы будете молиться, потом будут родители молиться, церковь будет молиться, и Господь будет сочитывать вас. Вы выслушаете обещание, потому что мы говорим о празднике юности, это все прекрасно, особенный, торжественный день. Но впереди жизни, и все будет меняться, и меняется ваша внешность, и могут обстоятельства меняться. И поэтому я прочитаю сейчас обещание, брат Григорий, выслушай внимательно, и если ты согласен, ты скажешь твердое «да» в присутствии народа Божьего, пред лицем всемогущего и вечного Бога. Итак, брат Григорий, даешь ли ты обещание любить сестру Марину и заботиться о ней, быть с ней в радости или скорби, богатстве или бедности, болезни и здравии, пока смерть не разлучит вас
по святому Божьему определению. Даешь, слава Богу. Сестра Марина, я обращаюсь к тебе. Даешь ли ты обещание любить брата Григория и заботиться о нем, быть с ним в радости или скорби, в богатстве или бедности, в болезни и здравии, пока смерть не разлучит вас по святому Божьему определению? Обещаю, слава вечному Богу. Итак, сейчас будет у нас еще пение хора, а потом будет молитва. Порядок молитвы будет такого. Молится вначале невеста, потом жених, потом мама невесты, сестра Лена, потом мама жениха, отец жениха, церковь, и служитель заканчивает эту молитву. И будем молиться родители и молодые коленопреклонно, а мы, вставши на наши ноги, выслушаем это удивительный псалом: «Боже, предстали по воле Твоей». Вы подайте правые руки до друга и коленопреклонно можете. Боже, предстали по воле Твоей, ныне с невестой жених пред Тобой. Дорогой Господь, я Тебе благодарна за этот день, Боже, за то, что Ты по милости Своей дал нам дожить до этого дня, Боже, до этого часа. Я Тебя благодарю, Боже, за все, что Ты делаешь для нас, Господь. Благодарна Тебе за свою семью, друзей, родственников, Боже, за свою церковь, Боже, за служителей, которые наставили меня, Господь, Боже. Я Тебя прошу, Ты помоги всегда держаться Твоего пути, Отец Небесный. Я Тебе благодарна, что Ты посылаешь мне Гришу, Господи Боже, что он будет моим мужем. Я Тебя прошу, Господь, Ты будь среди нашей семьи, будь, Боже, всегда вместе с нами. Помоги нам никогда не оставлять Тебя, Боже. Помоги нам служить Тебе и принести плод, Господи, для Тебя, Боже. Я Тебя прошу, Ты благослови, Боже, также если у нас будут дети, Боже, чтобы они все были здоровы, Господи, чтобы они все служили Тебе, Отец Небесный. Я Тебя прошу, помоги мне быть добродетельной женой, Господь.
Благослови, дай нам все с мудростью Божией решать в семье, Господь. Я Тебя благодарю и славлю за все. Аминь. Господи, я Тебя благодарю за этот день, который Ты нам дал, за то, что Ты привел всех друзей на это место. Я Тебя благодарю, что Ты даешь нам, Господь, Твою милость, любовь, заботу, и Ты посылаешь, Господь, нам обильное, Господь, обильное время и обильное, Господь, время благоприятное. Я Тебя благодарю, что Ты благословляешь нас до сего часа, Иисус, что мы, Господь, находимся здесь и благословены Тобой. Я прошу, помоги нам, Господь, проходить этот жизненный путь только с Тобой, Иисус, чтобы мы, Господь, могли прийти, Иисус, в небеса с плодом. Я прошу, благослови Марину и меня, Господь, если у нас будут дети, Господь, чтобы мы вырастали в христианской семье. Благослови, Иисус. Я Тебя благодарю, Господь, за Марину, за этот подарок, который Ты мне дал, что Ты, Иисус, благословил ее до своего часа, Иисус. Ты сохранил и оберегал нас, Господь, везде. И за родителей новых, Господь, я Тебя благодарю. Тебя благодарю, Господь, за все, что Ты мне делаешь, Иисус, в жизни моей, Господь. Благослови нас, Иисус, и на этот остаток дня, Господь. Благослови, да будет прославлено имя Твое. Аминь. Господь, я благодарна Тебе, Боже мой, вечный Бог, за этот день, Боже мой, за то, что Ты делаешь в нашей жизни, Боже мой. Я благодарю Тебя за дочь, которую Ты мне дал и помог воспитать и вырастить до сегодняшнего дня, Господь. Я благодарю Тебя за то, что Ты всегда был отцом моим детям, Боже мой. Я знаю, что и дальше Ты останешься для них самым близким, Боже мой. Я знаю, что Ты всегда будешь с ними, Господи. Я благодарю Тебя, Боже мой, за этот день. Я благодарю Тебя за то, что Ты сегодня соединяешь сердце моей дочери с сердцем Гриши. Я благодарю Тебя за эту новую семью, Боже мой, которую Ты сегодня соединяешь, Боже мой, которую Ты благословляешь, Боже. Я благословляю их, Боже мой, Господь. Я прошу, Боже мой, пусть в их жизни будет всегда избыток любви, избыток радости, избыток счастья, Боже мой, Господь, Рафар, Менеге, Санте. Я прошу Тебя, Господь, да будет милость Твоя над этой семьей, Господь, Боже мой. И я прошу Тебя, Господь, чтобы через годы, когда они оглянулись назад, они были счастливы, что они прошли по Твоему пути, и они могли сказать вместе с псалмопевцем о том, что межи наши прошли по прекрасным местам. И я благодарю Тебя, Господь Боже мой, я благодарю Тебя за них. Да будут благословенны они отныне и вовеки. Аминь. Господь мой и Бог мой, благодарна Тебе, Иисус, за то, что Ты позволил дожить до этого часа, Господь. Благодарю Тебя за Данечку, за деток моих, за Гришеньку. Благодарю за Мариночку, Господи, новую дочку, Господи. Благодарю Тебя за них, Иисус. Благослови эту новую семью, Иисус. Благослови Твоим благословением, Господь. Излей свои потоки благословения на них, Господь. Из верхних и нижних источников, Господь, благослови. Помоги мне быть наименью, Господь, для Марины, чтобы она могла меня полюбить, как Руфь когда-то наименью. Благослови, Господи, своим благословением всех нас, Господь, родных, Господь. Особенно Марину и Гришу, Господь. И наследие также благослови, которое Ты им дашь. А Тебе за все слава, хвала, честь и поклонение. Аминь. Отец Небесный, в этот день мы предстоимся пред Тобою. В этот радостный день, Господь. И я, Господь, оглядываясь назад, вижу, сколько милости Ты явил в семью мою. Как Ты благословил нас детьми. Они все знают Тебя, Господь. Они все служат Тебе. Они определяются в жизни. Кто-то выходит замуж, кто-то женится. И сегодня один из сыновей женится, Господь. Один из сыновей образовывает свою семью. Я благодарю Тебя, что Ты благословил его прекрасной женою. Благословил его Мариной, она с прекрасной дочерью, Господь. Да пребудет в их жизни благословение Твое, Господь. А мы, родители, Господи, только глядя на их жизнь, Господь, прославляли имя Твое святое и приносили им благословение в жизнь, Господь, в молитвах.
и приносили, возносили их, Господь, в молитвах наших, чтобы Твое благословение и милость была всегда над ними, Господь. Я благодарю Тебя, Отец Небесный, что Твое благословение, оно, Господь, не оставляло нас ни на миг. Я славлю Тебя, я благодарю Тебя, и я это ценю, Господь, потому что Твою заботу мы видим в каждом дне, Господь. Я, Господь, благословляю эту новую семью, моего сына и мою дочь Марину. Благослови и Ты их, Господь, от верхних и нижних источников. И будет наследие у них, Господь. Благослови их наследие, как Ты определил в их жизни, Господь. Чтобы они, Господь, знали всегда, кому они служат. Чтобы знали всегда, для кого они живут, Господь. Чтобы всегда призывали имя Твое, Святое, Господь. Потому что без Тебя ничего не будет благословенно. Но с Тобою все благословенно. С Тобою все прекрасно, Господь. Когда мы ищем Тебя, Ты выходишь навстречу. Когда мы призываем Тебя, Ты приходишь. Когда мы, Господь, нуждаемся в Тебе, Ты помогаешь. Слава Тебе, потому что Ты есть наш Отец. Да прославится во всем и через все имя Твое Святое. Тебе за все слава, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Церковь молится. Владыка вечный, Бог Отец Небесный, предстоя пред величием славы Твоей, Господь, на этом месте в собрании святых, в этот особенный и ответственный момент в жизни друзей наших, брата Григория и сестры Марины, Господи Бог мой, я благодарю и славлю Тебя за каждого из них, Господи Бог мой, что Ты даровал им познать Тебя. Они были хранимы Тобой до этого момента жизни ихней, Господь, слава Тебе. Я благодарю и славлю Тебя, Господь, что Твое есть определение. И Ты на этом месте, Господь, в этот момент сочитываешь эти два сердца воедино. Даешь одно сердце и один путь, слава Тебе. Мы радуемся в духе нашем, Господь, ибо воистину это совершается, Господь, по воле Твоей, по слову Твоему и для славы имени Твоего, и для ихней радости, Господь, Боже наш, и мы просим Тебя, благослови, Господи, эту семью, восполни, Господи, все благие нужды по милости любви Твоей святой. И если будет, Господи, в этой семье детки, Господь, Боже наш, мы просим Тебя, благослови, как родители, Господь, особенно в это последнее время, вечный Бог, я прошу Тебя, пусть в этих сердцах будет любовь к Тебе, вечному Богу, любовь к Тебе, друг к другу, Господь. И они все преодолеют, потому что Ты будешь, Боже наш, даровать им победу. Вечный Бог, я прошу Тебя, благослови их в народе Твоем, дабы воистину, где бы они ни были, Господь, мы слышали о них только добрые. Мы просим Тебя, благослови, Господь, вечный Бог, и да прославится имя Твое святое, Спасителя Бога нашего, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Вы можете привстать. Итак, на основании Священного Писания я читаю Матфея 19 глава, 4 стиха. «И сказал им в ответ, не читали вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал, поэтому оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Итак, на этом месте, в собрании народа Божьего, на основании Священного Писания и права как служителя церкви, я объявляю брата Григория и сестру Марину как мужа и жены. Слава вечному Богу! И поэтому обменяйтесь кольцами. Пожалуйста, поднесите, детки. Итак, брат Григорий.
еще неделю, да. Поприветствуй свою жену Марину целованием. Слава вечному Богу! Народ Божий, Церковь Иисуса Христа, давайте на этом месте благословим их благословением Господним, эту новую христианскую семью. И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи Аарону и сынам его, так благословляйте и сынов Израилевых, говоря им, да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицем своим и помилует тебя, да обратит Господь лице свое на тебя и даст тебе мир». И народ Божий скажет «Аминь». Слава вечному Богу. Сейчас мы выслушаем псалом «Торжественный день». Да будет с любовью. Итак, от нашей поместной церкви я им подарю этот дорогой подарок, это Библия для молодоженов. Пусть Бог благословит, чтобы эта была книга не просто лежала у вас, а была читаема вами. Да благословит Бог. В этом есть устройство, благословение Божие. В этом есть победа в этом земной жизни. А я попоздравлю их, а все желающие поздравить их, они выйдут на улицу, И возле здания там она будет и сфотографироваться, и поздравить их. Поэтому просьба всех не подходить сюда, они прямо сейчас выйдут на улицу, и там вы можете поздравить, сфотографироваться. Пусть вас Бог благословит, брат Григорий. Божье благословение, сестра Маринка. Возьмите. Пожалуйста.